Всем самого доброго утра, дорогие друзья. Омега-лига берет свой старт. И, конечно же, старт, ну, практически любой нынче лиги, он начинается с азиатского, друзья, региона. И Омега-лига тоже не стала исключением, друзья. Стартуем. Азия Divine Division. Собственно, Divine Лига у нас будет. Много команд, разделены они на две группы. В группе A у нас будут команды из Юго-Восточной Азии, в группе B у нас будут команды из Китая. И мы вот так вот вперемешку, друзья, будем смотреть эти матчи в формате Best of 3, всю групповую стадию. И, соответственно, лучшие команды по итогам групповой стадии будут выходить у нас в плей-офф. Ну и дальше, в общем, разыгрывать будут самое главное 40 тысяч долларов. Могу сказать, что это очень большая сумма для команд такого уровня, потому что зачастую командам за такие деньги повоевать не дают, за такие призовые фонды. Ну вот во время пандемии, например, боролись лучшие команды Китая и Азии. Вот. И со мной сейчас на связи Мартарец, мы здесь в Москве. Тебе привет, доброе утро, что скажешь по лиге? Вот так вот, первые свои слова. Всем доброе утро. Ну, ты знаешь, когда я увидел состав участников на азиатский регион, на совместный, да, Китай плюс Азия, на первый взгляд показалось, что Юго-Восточная Азия должна быть фаворитом по всем фронтам. Здесь есть команды, которые играют с топовыми представителями своих регионов, да. Здесь все играют против Fnatic, против TNC, против GeekFam постоянно, регулярно. И где-то даже побеждают их, отжимают карты. Те же Neon, пожалуйста, они не так давно Fnatic обыграли. Так что у них есть опыт и игры с топовыми командами. А вот у представителей Китая его гораздо-гораздо меньше. Ну, то есть, чтобы какая-то из этих команд там как-то вышла на LGD или Вичи, это надо очень постараться. Таких команд крайне мало. Ладно, LGD там на мажоры не попадали, можно было где-то встретиться. Ну, а после, когда начались лиги, по закрытым приглашениям туда пробиться было невозможно. И когда они будут играть против азиатских команд в плей-офф, я думаю, им будет крайне тяжело. Но это все будет не скоро, через много-много-много дней. Да, с другой стороны, что те команды, которые находятся в одной, грубо говоря, сетке вместе там с Фнатиками и так далее, ну, не часто этих Фнатиков переигрывали, потому что, если вспомнить предыдущие сезоны, все три слота, которые разыгрывались на Юго-Восточную Азию, или два слота забирали у нас три известные команды, Адроиды, там, TNC и Фнатики, а все вот эти вот Неон и Сигнал Ультра все время оказывались за бортом, где-то даже в плей-офф не выходили. Ну, в Китае все-таки больше порядка, больше структуры, и даже во втором дивизионе, второго дивизиона. Может быть, игра будет посильнее. Ну, интересно будет посмотреть. Это уже, опять-таки, ближе к плей-офф. Здесь пока нужно разобраться с тем, как ребята из Юго-Восточной Азии друг с другом будут справляться. У нас две команды. Neon Signal Ultra, друзья, кто не знает, оба филиппинских состава. Игроки тут довольно олдскульные, того, что мы могли их видеть, ну, в разных миксах, в разных вот наполнениях, в разных структурах на протяжении последних там 5-6 лет. Есть, конечно, и новые имена, но вот, например, Signal Ultra — это старые закалки бойцы. Уже потом всем по 25-26 лет, уже многое наигрывали, немногое выигрывали, но играют часто, постоянно. Эти команды очень часто между собой встречались последние месяцы. И здесь, конечно, статистика говорит о том, что команда Neon должна быть фаворитом с огромным запасом. Эти ребята последние 5 встреч выиграли у Signal Ultra, большую часть со счетом 2-0. Последний раз проиграли в мае. Но все равно, это статистика, и на нее нельзя закрывать глаза. Всегда нужно смотреть, нужно вспоминать. И я думаю, что Neon... Да должны эту серию каким-то образом забрать, неважно с каким счетом. Хотя матч открытия, тут всякое может произойти. Нужно будет смотреть на драфт и на исполнение. Давненько не видел эти команды. Signal Ultra последний раз, когда смотрел их на лиге, ну, были просто ужасно. Они там последние места занимали, выиграв там одну, может быть, карту из 15. Так что тяжело, тяжело ребятам будет. Они даже в своей группе не будут претендентами там на первые строчки. Знаешь, вот цифры. Цифры, я имею в виду призовой фонд, может подстегнуть играть супер хорошо. Вот мне так кажется. Потому что там, если посмотреть профили каждого из игроков, вот из десятерых, ну, кроме разве что SMH, наверное, он больше всех заработал за карьеру. Остальные, я не думаю, что больше 50 тысяч долларов за карьеру заработали в принципе, потому что, ну, участия на International там не было. Как я уже говорил, на мажоры миноры не отбирались. И вот здесь 40 тысяч баксов, 12 за первое место. Я думаю, что может подстегнуть играть прямо на максимальном уровне сейчас. Вот. Так что хочется посмотреть хорошую доту. Обычно, когда давали 40 тысяч на регион, там Fnatic себе большую часть отжимали. А приходили, просто в карман забирали, да, выиграв там 5 БУ-3 подряд, и, в принципе, были довольны. Тут их нет, тут есть возможность за тройку зацепиться, это хорошая возможность. Давай к первой карте, наверное, да, посмотрим, что у нас и как. Ну, Void, сразу отметим, в первой стадии от команды Neon.
Будет у нас с Кемберлу разваливать на нем. Виномансер, Таск, Дарксир. Окей, комбинации какие-то присутствуют. Контактная игра у нас обещает быть. Особенно на линиях стороны команды Неон. Потому что Таск, Дарксир — это прям супер линия такая, да, агрессивная, такая олдскульная. Не часто услугами Дарксира пользуются в последнее время персональные команды. Это еще и Свен добирается у нас теперь. Вообще в мид, я так понимаю, кто-то из Свена или Фэслес Войда пойдет. Вот такая вот ситуация возникла. Так, ну сигнал ультра — более классический драфт в нашем понимании. Бестмастер, Чен, Рубик, Мирана. При том, что не классическое, есть как минимум то, что Мирана будет у нас одним из коров, скорее всего, мид. Ну, уже интересно, уже интересно. Такой суперлейт снизу у Неон получается. Войд, Свен, Дарксиры. Не, на самом деле сверху непонятно, учитывая, что снизу 4 милишника, Бестмастер вполне может сам в центр пойти. Тут и Чена можно куда-то в сложную отправить, такое тоже бывает. Может, Рубика в мид даже? По-разному можно покрутить. Ну, достаточно агрессивный пик у Сигнал Ультра. Ты с Ченом, с Мираной, Бестмастером и Рубиком не можешь играть там в фармежку. И тебе невыгодно играть против Войда и Свена. Это герои, которые вас растопчут просто в поздней игре. И нужно не затягивать. Нужно играть побыстрее. Ну, либо закреплять все это дело каким-то лейтовым персонажем, чтобы на всякий случай был план Б. Кто остался? Ну, мне кажется, остался Керри. Ну, понятно, да. То есть очень жадный или какой-то поактивнее. Ну, Спектр сейчас. Мета Спектр. Фармит Спектр. Ну, как ты с Войдом, с Веном будешь в лейте бороться? У тебя просто нечем. Ни Мирана, ни Бестмастер, ничем не Рубик. Извините, в лейте ни Свена, ни Фесла с Войда не убивают. Ну, никак. Как бы, да, там, да. Как бы там раскачан не было. Тебе нужен лейтовый персонаж. Ну, или, я не знаю, уйти в какого-нибудь пугну и просто душить, но звучит, конечно, очень олыново. В плане того, что, ну, если что-то пойдет не так, все, игра проиграна сразу. Ну, я, кроме как Спектра, варианта вообще, на самом деле, не вижу. Может, что-то придумают сейчас Сигнал Ультра. Алхимик какой-нибудь. Знаешь, ну, вот тут как раз такая ситуация, что вот может каким-то интересным героем закрыть. Но это All-In, да, это Vengeful Spirit. Они будут пушить. Бестмастер, Чен, Vengeful Spirit. Поехали. Мирана под вингу. Мне больше интересно, как Неоны героев своих расставят, потому что я пока номинального игрока в центре не вижу здесь. Кто там должен пойти? Свен постоять? Вот с кем на Свене будет играть? Void, что ли? От Йопажа. Ну, с кем Свен, это фан. Ну, СМХ, окей, на Дарксира третья позиция сел. Таск четверка должен быть. Виномансер, наверное. А, это Фэслес Войд 5. Слушай, это, скорее всего, Фэслес Войд 5. Виномансер мид. Это знаешь откуда? Это привет от команды... скажи мне, я тебе скажу. Из Китая. Sparking Hero Gaming. Нет, это Япаш мид на Фэслес Войде. Слушай, это пятерка Виномансер. Как они все переигрывают, как они все переначивают. Медовый Фэслес Войд, друзья. Медовый Фэслес Войд вам с утра. Как вам вообще вот такие новости с Азии? Вот кто-то проснулся сейчас только-только, залипает на драфт и понять не может, что происходит. А у нас вот это происходит. У нас Фэслес Войд в мид идет. Ну, против медовой винги, получается. И Керри Мирана вообще у Сигнал Ультра. Ну, абсолютно ненадежный, короче. Конечно, товарищ это Мирана. Не знаю, как она должна выигрывать лейт. Они должны выиграть линии. Обязательно. Потом засноуболиться, выиграть мидгейм. И где-то в минуте 20 закончить с троном. Из плюсов мне нравится, что, ну, действительно, давление сумасшедшее. И Войд — это герой, которому деньги нужны. Если он будет проваливаться, если у него не получится ставить результативные хроносферы, это все-таки Войд будет с уровнем, значит, от него требуются хроносферы по кулдауну, как-то вот этот темп сбивать, постоянно нападать со своим ультимейтом. Если получится, то да, затерпят. Но ты знаешь, неоднозначно все. Несмотря на то, что не он фавориты, мне нравится смелость команды Signal Ultra. Не побоялись в матче открытия начать вот так. Так, друзья, вот коэффициент от нашего партнера по рематч. Это на всю игру. 1.22 не он, 4.0 на команду, на их оппонента, на Signal Ultra. Но вот то, о чем ты говорил, да, безоговорочные фавориты не он с таким коэффициентом будут подходить к этой игре. Ну ладно, это опять-таки это противостояние двух филиппинских команд. Филиппинская дота, она такая своеобразная, но очень интересная, она зачастую непредсказуемая, поэтому тут как-то, знаешь, между собой могут и разыграть там 2-1, что-нибудь из разряда, кто-то где-то ну, что-то прикольное сделает и игру зальет, то есть может быть такое, поэтому просто аккуратно будем смотреть первую карту и на основе нее уже делать какие-то выводы, я думаю.
Вот. Играть будут ребята на своем сервере, ну, как, собственно, две филиппинские команды. Мне потом будет интересно, это такой, знаешь, уже вопрос о том, о чем мы с тобой обсуждали до старта эфира, когда начнется плей-офф, встретятся команды из Юго-Восточной Азии и из Китая, допустим, на каких серверах они будут играть. Это довольно важно, на самом деле, потому что, ну, есть там вариант, когда встречаются малазийская и китайская команды, там с пингом вопросов вообще никаких нет, малазийцы играют на китайских серверах хорошо. Но вот филиппинцы с китайцами — это проблема. Потому что у кого-то пинг будет большой. И вот очень интересно, как они потом в плей-офф будут. А филиппинских команд довольно много на группе A в юго-восточной части, Азии. Вот, но это уже потом, на будущее. Сейчас играют две филиппинские команды, повторюсь, поэтому все должно быть окей с пингом, но не может быть, не окей с интернетом. Есть такая, есть такой тоже нюанс, что зачастую в матчах таких команд есть проблемы с интернетом. Я флешбеки уже начинаю ловить с последней лиги азиатской. Когда заходишь, 6 карт посмотреть, Best of 2. Так, заходишь так, такой в 9 утра так. И заканчиваешь в 7 вечера. Я думал, в 9 утра следующего дня. Не удивился бы. Потому что бесконечные какие-то вылеты, бесконечные паузы и проблемы с интернетом. Ну, там еще паузы на лиге были между картами минут по 30. Поэтому... Не, ну бывало. Были длинные рабочие дни, продолжительные. Все, вот, все, реконнекты. Кстати, читал, не читал ли ты, в одном из последних обновлений, я сам не потестил, ребята из Valve добавили какую-то команду, которую можно прописать в консоли, и она вроде как позволяет тебе прогружаться в игру быстрее. То есть настолько вот стало много претензий, ну, с тем, что ты там в паблик заходишь, рейтинговую игру нашел, у тебя комп нормальный, ты загрузился, и потом смотришь, как парни вот это типа загрузились, типа нет, вылетели, ты ждешь, когда они переконнектятся и так далее. Вот вроде как должны были эту штуку пофиксить, не знаю. Из-за этого ли были проблемы сейчас с реконнектом или не из-за этого? Сложно сказать. Хотя отметим то, что Абат состоит в гильдии Тимса. Интересно. У Тимса своя гильда есть, которую всех филиппинцев, видим, тоже затащил. На Тимса бы тоже посмотреть, но... Ждем, друзья, Immortal дивизиона азиатского. Вот в Immortal там и встретите и Ори, и Папарацци, и Тимса, и Армелла, и всех других прекрасных ребят. Ну, ты знаешь, такой дивизион я бы, наверное, даже с большим удовольствием посмотрел, чем какую-нибудь Европку. Потому что очень бы хотелось посмотреть, как играют именно топовые азиатские против топовых китайских команд. Ну, там сейчас... такая бы заруба была, там эти замены. У нас тоже есть команда, у которой поменялся игрок. Но это уже не сегодня. Ну, да. Ну, в Китае сейчас там у сильных мира сего в Китае отдых месячный. Поэтому китайская команда отдыхает. Молодежь от Китая идут. Так, у нас что у нас? Ван Эрик отправляется на оффлейн. Да, но это будет без мастера, это стандартная вообще классическая линия. Где Чен тоже в районе верхней линии, но он сместится через ТП вниз. Потом, когда поможет с кем вместе с Дженуэлем, подходит на баунти руну. Гримс рядышком, начинается такая борьба, ты посмотри, что происходит. Сразу же тактив начинает бить Гримса, делает первое убийство, плейхард, зарабатывает себе этот фраг. Ван под шумок, конечно, забрал баунти рун и сразу будет отступать. Но ФБ это ФБ, друзья, ФБ это хорошо. Первое убийство на лиге, это ачивка своеобразная. Да, кстати, да. Слушай, прикольно было, да, как эти, как ачивки в Вове тоже. Первый там фраг на лиге сделай, чтобы лига там давала эти ачивки игрока. В Азии. Первый фраг в общем на турнире, первый фраг в Азии, допустим. Ёпаш, вот он в центре, да, противостояние Войда и Винги. Где вы вообще это сможете встретить хоть раз, друзья, за всю историю Доты, чтобы Винга против Эслес Войда в центре стоять? Вот только с утра просыпаетесь, открываете, неоны против сигнала ультра, и пожалуйста. Такой контент, но нельзя пропускать. Посмотришь на героев, на расстановке, и вообще непонятно, что это официальный матч. Может быть... Какой-то паблик нам подрубили, а мы так его смотрим. Тогда я об этом и говорю, что это старые филиппинские друзья. Они могут много чего придумывать в игре. И на драфтах тоже, как мы видим. Так, ну пошли у нас какие-то пул-отводы. Блочится спаун плейхарда. Довольно грамотно пока сыграно. Ну вот эта самая линия Dark Seer Task. Вообще очень опасная линия. Тут не зазеваться бы Гримзу, потому что там левел 2 поднимаешь. Появляется Сюрдж, появляется Сноубол, и все, ты просто не уходишь. Они под двумя щитами вкатываются в тебя и нон-стоп месят. Это очень опасная линия. Ну, опасная она в первую очередь для Чена, конечно. Мирану поймать будет довольно тяжело. Мирану уходит, как правило. Свены, кабаны, кабаны, свены. Сразу же вспоминаем, да? Много, момент. Много, да. Флешбеков всяких интересных. С
Кемерлу. Я вот в конкретно в группе A, если мы уж не будем заглядывать наперед на плей-офф, большие акценты расставляю в сторону Скема. Он нынешняя филиппинская звезда. Такого, знаешь, второго эшелона, можно сказать. Вообще, можно сказать, даже уже, наверное, основного эшелона, потому что, в принципе, TNC сейчас в Доту не очень хорошо играют, а больше филиппинцев крутых нет. А вот с кем он такой, уже и опытный парень, он уже там где-то покатался, за комплексе поиграл, с Envy пообщался плотно. Короче, нахватался всего мира и уже, знаешь, с опытом пришел в эту команду. И рейтинг у него очень высокий. В общем, этот парень нынче прям в Доту хорошо играет. Ну и сразу, друзья, давайте определимся. Значит, задача для тех, кто с утра не спит. Найдите грамотный перевод приставки после ника с кем. То есть это, конечно, ну, в нашем понимании довольно серьезный рофл, но на самом деле это просто, ну, есть такое слово на филиппинском языке. Оно имеет вполне определенный нормальный перевод. Ваша задача... Я просто точно не помню, я переводил. Сейчас мне мобильный переводчик нормального перевода не даст, но вы там возле компьютеров сможете посмотреть. И это нормальное филиппинское слово, друзья. Нормальное филиппинское слово. Надо просто вспомнить... Ну, или я вспомню, или вы где-нибудь в Твиттере напишите. Собачка Адекват ТВ или Собачка Морталис ТВ, собственно, как оно правильно переводится, чтобы не было. А то, ну, я знаю, сейчас будут читать ник и коверкать как угодно. Давайте сразу определимся, что называется, расставим точки над «и». Хотя с кем... Мне же самому интересно стало. А ты не знал? Нет. Я думал, что он, как ребята из Reality Риф, просто написал приписку на русском языке. Почему нет? Ну, не такую. Не, ну вообще, был бы у него Твиттер, я бы ему написал, чувак, что у нашего понимания русскоязычного населения у тебя очень нестандартный никнейм. Но, к сожалению, с кем не ведет Твиттер, насколько я знаю. Поэтому бегает. Не, нормальное слово, оно прям как красиво еще переводится. Типа отверженного, что-то такое там, отважного, не помню. Может, оно из русского так просто переводится? Может быть. Отверженный. Так. У нас там тем временем меньше 1000 преимущества сигнала ультра. Пока все нормально. Слушай, вот вроде как моментов для того, чтобы кто-то погибал, их много. Теоретически. А на практике пока особо никто не умирает, кроме фрестбада. У нас фрагов нет. 4-я минута. Что удивительно, и Винга нормально фармит, да, мы видим. И Воид старается тоже не уступать. По крипстату идут примерно идентично. Контроль трудно по 4-ю минуту. Все как и везде, друзья. Суппорт и стягивается по 4-ю, чтобы руну контроль. Там дабл дэмэдж. И Таст с дабл дэмэджем уйдет на верхнюю линию. Сейчас перехватывать Эрика. Эрик что придумает? Надо продавать его просто Ивану, убегать отсюда как можно скорее. Шарды. Его не шарды. Перехватили, а его перехватили. Иван тоже рискует здесь погибнуть. Никакого эскейпа у героя нет, поэтому его затыкают. Иван тоже погибнет. И счет становится 3-0 в пользу него. Но вот фаворит начинает убивать по всей карте. Ну, слушай, это вот отсутствие вижена на верхнем спауне руны, да, и то есть вот так вот спокойно таск приходит с дабл-дэмэджем, дает дабл-килл Свену, оставляет, у нас, кстати, обновленные коэффициенты. Это на эту карту уже 1.18, не он, 4.5 на команду Сигнал Ультра. Ну, и мы видим, что, да, конечно, по рематчу такие кэфы, что прям шансы команде Сигнал Ультра не дают. Не забывайте, друзья, про бонус, конечно же, который подготовили исключительно для вас под плеером баннер 100% плюс к первому депозиту. Кому интересно пользоваться, баунти руны контролится, неоны забирают две, вижу, Гримс одну забрал для своей команды, СМЧ третью для неонов, и Дженуэль-то тем временем Эрику-то, конечно, сильно бьет, замедляет этот противник. Не попал. Мисс работал, слушай, что спрячется. А, от нейтралов и... Будет сложно. Будет очень сложно, и четвертый фраг зарабатывает неон. И несмотря на все это, несмотря на три руны, несмотря на четыре фрага, сигнал ультра по-прежнему по золоту не проигрывают. До сих пор ведут какие-то копейки. Уж не знаю, за счет кого, но преимущество есть. Миранка фармит действительно очень хорошо. И Denied здорово, и Дарксир из-за этого, соответственно, немного проседает, не дофармливает. Так что все неплохо. Согласись, у него он все-таки завязано все очень сильно на комбинации. То есть это древняя очень комба с Вен плюс Дарксир. Void, который играет с тремя милишниками. Знаем, мы как-то частенько как заканчиваем. Я как раз хотел спросить, как тебе комбинация хроносферы и Свен. Да, да, хроносфера и Свен. Я уже прям вижу, как он подрубает свой ультимейт, заходит туда и в хроносферу. И все, и ни разу не бьет. А затем ведь очень много контроля есть даже через БКБ. Есть трор, есть свапы какие-то, можно покайтить. Ну, в общем, придумать... Можно много чего команде Сигнал Ультра, ну, главное, банально, не вставать под вакуум, либо под хроносферу в пятером. Знаешь, все это может разбиться просто об исполнении, конечно, да, где-то я чувствую уже на старте, то, что неоны играют свободно, даже таким драфтом, где-то сколько-то жадным. Ну, давай так, Faceless Void,
Dark Seer, Свен — это очень жадные персонажи. Они уже 5 фрагов сделали, при этом еще ни одной смерти не было. Они с Войдом умудряются гангать мидик, все, что происходит. Вингу будут убивать, тут никакого телепорта нет, только сейчас начинает лететь Рубик. И свап, я вижу, отсутствует. Vengeful Spirit, она сражается до конца, и Джеймси погибнет. Аккуратно разыграл ее паш, где-то таймбол, где-то фэрифайр заюзал, отошел, то есть не стал жадничать, отдал фраг своему тиммейту, своему суппорту. При этом сам выжил, конечно. Ну вот Аббат, вот он тот самый по нетворсу держится молодцом, но Свен уже начинает обходить, а мы знаем, что на дистанции Свен, конечно, просто будет Мирану перефармить, у Мирана нет потенциала фармить настолько быстро, насколько это делает Свен с Грэдкливом, поэтому дайте немножко времени Свену, он уйдет там в леса на стаке, и, ну да, и просто выфармит все абсолютно, Грэдклив вкачан уже в 4, там Ом намечается, и Мирана будет уступать в любом раскладе по фарму. Только если, опять-таки, вдруг сигнал ультра не начнут сейчас убивать соперника. Пора бы уже, есть праймал роры какие-то, но можно выходить, можно придумывать. Мирана может подключиться, в конце концов. У нее же высокий уровень, она в соло стоит на линии. 7-й, ну, вон, Старшторм 4-й. Надо бы применять уже непосредственно на соперника. Интересно, какой билд планируется на Миране. Все-таки можно много всего придумать. Либо это какие-то молнии, чтобы еще и фармить побыстрее и сильно не уступать Свену. Либо что-то такое, что позволит прям быстро соло-таргет убивать. Я бы что-нибудь типа дизолятор, наверное. Вот, да, что-то такое, чтобы быстро зафокусить одну цель, убить ее с дизейблами. Это все хорошо будет сочетаться с Вингой. Винга да. Тебе статов даст, Винга тебе даст вейв, еще дополнительный минус армор на соперника, и ты прям можешь по цели хорошо пробивать, драть. Вот. Что-нибудь такое, да, ДПС хочется. Потому что это единственный керри, который должен, по идее, справиться с Войдом, со Свеном. Вы представьте, какие артефакты должны быть у Мираны, чтобы это сделать. МКБ очень модно покупать. Чуть ли не первым слотом. Не удивлюсь. У нас перетяжки на топ тем временем. Гримс призывает к себе. Мирана сделал телепорт на базу. Сейчас Гримс телепорт на верхнюю линию. Сейчас присумонит к себе Мирану. Вот они окажутся все вместе на топе. Джинель здесь на Виномансере стоит один саппорт, бедняжка, которого ожидают. Да знаешь, не такой, что он и бедняжка, у него 6-й левел. А, ой-ой-ой-ой, Аббат. Ну это просто вижен, да, сестра. Вообще ястреб полетел, чтобы увидеть Primal Roar. 6-й левел Виномансера, в то время как Чен только-только 4-й взял. Ну посмотрим. Чен, судя по всему, не жилец, Гримза будут добивать. Ну, первый фраг сделали. Сигнал ультра. И нужно будет отступить. Свен под ультимейтом. С почином. Так, ну где-то там еще погибает у нас. Это от Faceless Void, это в центре погибает Рубик. Вот так вот. Это очередная хроносфера, так была использована. Фантастика, конечно. Вторая хроносфера за 10 минут. Я таких активных Faceless Void давненько не видел. Стрела. Ну вот эти плакварды стоят, да, и вот вроде бы четвером вышли сделать фраг и забрать вышку, а вышку-то не отдают ребята из нее. Прям вцепились в нее зубами и все. Вот хоть ты лопни, хоть ты тресни, попробуй пройди эти плакварды. Мирана будет увеличивать дальность атаки. Драгон Лэнс. Все-таки Драгон Лэнс. Ладно, вышку забрали, здесь получилось, хорошо. Полезный маневр в итоге вышел. Да, размен может быть там все равно. 1 в 2. Не самый хороший, но вышку забрали. Ну, Драгон Лэнс, знаешь, это пока так. Ну, посмотреть, что ли, не знаю. Статов все добавить. Он, конечно, тоже дает урон сколько-то. Статы увеличивается. Мэйч. Опасно. Ну, справедливости ради, предмет все-таки недорогой, а учитывая, что там так много милишников, может быть, и позволит в какой-то ситуации более удобную позицию занимать для того, чтобы бить. Будем смотреть, что будет дальше. 1-8 счет, неон ведут копейки, то есть каким-то образом сигнал ультра умудряются не проигрывать много, несмотря на такой разгром по фрагам. А мы видим, Дарксир недофармливает очень сильно. Мы видим по мини-карте, как они располагают героев своих. Посмотри, видишь, каждый на каком-то участке где-то фармит. Угу. Каждый деньги получает. А тут толпа в центре. Угу. Да они собрались здесь. И непонятно, что делать. Как бы и пушить-то особо нечем-то. Без виномансера, без плаквардов и вышку не спушишь. Вот смотри, сейчас появятся ауры. Уже есть мека. Сейчас будет Владмирс. Дальше там какие-то некрочи появятся у Бестмастера, если уже не появились. И... можно будет куда-то навалиться. Вышки-то будут быстро падать. В компании под этими аурами они действительно будут очень сильные. Там Inner Beast аура у Бестмастера, плюс ко всему, должна быть, да. Вот и Vengeance аура тоже была подкачана. Видишь, в 4. И там эти ауры вкачаны. Тут Мирана снизу нас погибает. Осторожно. СМЧ. Поставил стенку. Иллюзия Мирана добегает, но медленнее, конечно, чем Аббат с липами. Выживает, там мека есть, между прочим, еще у Чена, поэтому слишком далеко СМЧу лезть нельзя. Ну, не получилось здесь. Стенку потратил. Сигнал ультра сразу перемещаются вниз. Дарксир тоже хочет сделать механизм.
Ну вот, да, сейчас, наверное, самый опасный момент для команды Neon, потому что соперник будет уже практически полным составом вам давить на вышке. Вот уже сломали топ, сломали центр, будут ломать нижнюю линию. И либо вы даете отпор прямо сейчас, что, наверное, не очень выгодно, либо просто сплитпушите, отдаете товара и фармите на Свене. Вот вам Свен, пожалуйста, среднее значение, его текущее значение на эту карту. И мы видим, что, конечно, в этой карте он перефармивает. Пока. КФ 1.08 уже на Neon, да ладно, 7. Коллектив Сигнал Ультра, нашу партнера по рематч. Ну, не знаю, давайте посмотрим. Сигнал Ультра, вот чуть ли не сейчас надо, знаешь, идти забирать все тир 2, Рошана и заходить на хайграунд. Вот до 20 минут игру закончить. Надо бы, желательно. И тут стрела мимо, не падает иномантера. Глиф. Сразу глиф ответ от команды Radiant. Крипов терять не хотят, плэкварды стоят. Ворованы, я так понимаю, да, еще? Что, смотрим, Войд. Ну, кстати, здорово, здорово, как много людей он поймал, но сразу же ловит рор. Будет Свен бить вообще? Будет. Хорошо, застанили двоих. Первый пошел, второй тоже минус. Аббат сражается до конца. Вариантов у него немного, только улетать. Но баш с первого удара, это минус 3 от него. Ну и как это работает? Почему команда с Войдом, со Свеном в 12 минуте дает вот такой файт, а, друзья? Причем видно было, что Свен там нырнул в хроносферу все-таки, да? Пусть и на последних секундах, но так и было. Но СМЧ классно сыграл, он успел в какой-то момент под стан Свена, по-моему, стянуть вакуум, что ли, там, двух или персонажей, что-то подобное, и там Свен нормально прошил с помощью Грэдклива. Ну, хороший файт, отчетки очень, команда Neon тир 2 вышку защитили, драку выиграли, сейчас будут забирать тавр снизу. И теперь за ними 2000 преимущества. Таких, конечно, отдач в такой ситуации на ульту отпускать было нельзя. Что, Свена перехватит, свап, стан, стан кентавра. Дальше. А все кончилось. Куда? Там урона даже близко не хватит. Vengeful Spirit сама теперь будет погибать. Свап, конечно, используется. Нет, живет. Живет. И, может быть, как-то раскайтят. СМА сейчас будет на сюржах помогать своим двум корам. Лепаш вообще никого не боится. Он просто прыгает вглубь, понимает, что наказать его будет сложно. Таймволки, сноубол. Дальше уже плейхард подключился. Валрос панч. И дальше стан Свена накрывает Рубика. Минус 2 сделано. Забирают еще иллюзию Vengeful Spirit, чтобы не мешал, чтобы ауру не давала в первую очередь. Атака по Вану уж где-то под тир 2 стенка ставится. Иллюзия Мираны была вызвана, она поможет. И вынужден отойти сигнал ультра. Ресурсов для драки просто нет. Никого даже не убили в ответ. Вот что страшно. Команда Neon просто разбегается. Да, но они еще там второй волной сделали пару убийств. Уже 3000 преимущества имеют. Ну просто лучше команда играет. Ну вот видно, да, просто лучше. Лучше перемещается, лучше принимает решения по драке. Во многих аспектах сигнал ультра пока слабее. Во многих. Предыдущий файт практически похоронил команду Сигнал Ультра на этой карте. Тот, что был под Т2 вышкой у них. И все. И теперь нужно каким-то образом изобретать велосипед. Я не представляю, что нужно делать в такой ситуации. Neon могут и пофармить, могут принимать бой. Им даже нападать-то не надо. Время точно играет на них. Можно играть вот как хотят. И что-то мне подсказывает, что эта команда не очень-то хочет играть долго. Ну, раз уж так набрали, раз уж так исполняют, можно и задавить даже с таким жадным пиком, почему бы и нет. Вот такой просто хороший стартовый матч провести, поднять себе настроение в начале турнира. Пока все идет к тому, что Neon первую карту заберут. Ты знаешь, вот перед вылетом сюда как раз так на одной из лиг, ну такой тоже, ну, ноунейм лига там и так далее, играли Neon, играли против одного китайского коллектива, не самого сильного. И там вот тоже Neon, я смотрел, там был Best of 2, они играют весело, здорово, задорно. Ну, их есть вот такой момент, знаешь, где порой не могут остановиться. Они там очень неплохо закинули и карту одну слили. Причем вторую они выиграли тоже очень легко, выигрывали и все-таки довели до ума, а вот одной залили. То есть вот есть такой у филиппинцев некоторых настрой боевой, максимально боевой, который иногда им пеленой перед глазами, знаешь, застилает, они идут патрон вражеский, и там игру могут проиграть. Но здесь пока такого нет, конечно. Он показывает хорошую агрессивную доту, но посмотрим, что будет дальше вот по турниру. Как они будут раскрывать себя. Будут ли допускать ошибки при таком преимуществе. Но вот Рошана забрали сигнал ультра, это был хороший мув. Вот теперь, наверное, это last chance, мне кажется, с этим Аегисом. Last chance — собраться вместе и попробовать выиграть драку и снести. Я вижу last chance только. Last chance, да. Ему больно. Слушай, там интересное решение, да, Войд с таймволком улучшенным, под аганимом. Как тебе такое? Аганим первым артефактом, по-моему, купил Войд, что ли?
А это, кстати, не в первый раз я вижу. Да, уже был на Азии, на предыдущей лиге, начали практиковать. Свен там тоже вроде как планирует себе аганим брать, ну, на него крутой аганим. Да, на него классный аганим. Не, на Войда тоже классный, просто первым артефактом. Раньше, я помню, знаешь, пикали в харду Войда и брали аганим, чтобы он хроносферы почаще ставил. А сейчас же таймволк, таймлок дает с таймволка. Вот. И тоже, оказывается, можно. Интересно. Это какая-то наработка, да? Собственно, наработка команды Neon. Ну, может быть, не собственно, может, где-то подсмотрели, но это не часто используется на просцене. Пока это работает. Опа, как хорошо встречает Джинуэль по троим пользу нову, по двоим винам из гейм. Конечно, погибает, если бы команда вписалась, может, был неплохой файт провести, но команды рядышком не было, да, и в итоге виномайсер просто умер, отдав пользу нову. Бывает, ничего страшного, это саппорт. Значит, на ультра, 3,5 минуты с Аегисом. Ну, вперед. Отступать некуда уже, все. Да пора бы что-то придумывать. Я пашу просто тут. Бьет, с таймболка прыгает. Еще левел 13. Ему там с талантов как раз этот таймболк нужно улучшать. Там и рейндж, и все остальное. Ведь можно считать, что этот предмет увеличивает скорость фарма? Наверное. В теории, учитывая, что монокост небольшой. 40 маны всего лишь. И кулдаун тоже небольшой. Прыгай себе, наноси урон. Ну, наверное, можно, да. Не, ну странно немножко, но можно. Но здесь это получается. Он же еще даже, знаешь, он же как вот просто план A, у него план B это Свен, если у него что-то пойдет не так, это да. Свен пишется, поэтому нормально, можно и так играть, наверное. Так, ну вот опять тир 2, смогли разрушить, атака из боков, Паш прыгает, хроносферу в одного поставил только, но этого одного все равно забирать надо. СМХ ставит стенку, так, вакуум, так. Неплохо. Урона хватит, хватит, не хватает урона, он дальше прыгает, никого не боится, уже троих потеряли сигнал ультра. Сейчас после Аегиса появится герой, его попробуют снова убить. Мирана минус в очередной раз. Ну и улетает Эрик. Eventual Spirit тоже живая. Но все равно плохо. Опять 3 в 0, 4 в 0 с учетом Аегиса. Не он вообще без шансов выигрывает драку за дракой. Нечем воевать команде Сигнал Ультра. Ну, как ты знаешь, со всех сторон Неон в наглую залетают вот в Сигнал Ультра, а те вроде бы как вот, ну хорошо, впитали начальную часть драки, дали Primal Roar. И вот хочется под Primal Roar дать, вот, знаешь, маги, там, Зевс, чтобы бахнул, или Пугна, да. Но Мирана с Старштормом явно не хватает. Ну и Винга тоже тебя особо нюков не накидает. Вот под Primal Roar хочется Бёрстак вот навалить просто маги. А вот, к сожалению, драфт такой получил Сигнал Ультра, что они драться, что они нормально вот урона накидать не могут. Просто... Еще и пытаются зафокусить героя, которого, если вы не убиваете сразу с наскока, то он просто восстановит себе все здоровье. Нужно выбирать цель, наверное, менее живучую. Вопрос, кого в таком случае? Кто такой же важный? Свена? Да никогда в жизни вы его не пробьете. Там тоже 2000 здоровья, брони очень много, тяжело будет пробить. У него же оверфарм. А магии нет. Да, там оверфарм сумасшедший, он уже денег имеет. Вернее, скоро будет иметь столько же, как два главных героя Сигнал Ультра. Так что... Приоритеты как-то нужно расставлять по-другому. Войд пока не по силам. Так вот именно, что вот именно такого Войда, наглого с аганимом, ты можешь убить только в промежутке отсутствия таймволка, правильно? Вот таймволка потратил, должен его убить, потому что опять таймволк, он восстановится, как бы логично. Для того, чтобы убить, тебе нужно снять там 2100 здоровья, да, вот было. 2800 у него сейчас. Сейчас, да, вот, ну было 200. То есть, ну, вроде бы осиливаемые цифры там на 20-й минуте. Но если у вас есть определенный герой, Лина, Леон, Пугна, Зевс, те самые, да, ну вот, те герои, которые могут бахнуть, просто влить в какой-то момент себе кучу дэмэджа под Primal Roar. Да Фантом Ассасин, в конце концов, кританет два раза, и то будет круче. А здесь такого нет, Миран так не способна сделать. Вот, и поэтому Войд прыгнул в драку, получил какой-то урон, еще раз прыгнул таймволком, и все. И весь дэмэдж, который дали сигнал ультра, он ушел просто в никуда. Ситуация тяжелая, три фрага всего вообще пока смогли сделать сигнал ультра за эту карту. Маловато, 19. Накидали уже ребята из Неон и не готовы останавливаться на этом. С кем бушит тир 2, его команду ищут цели. Нашли Гримза. Япаш уже с Сенджем. Контролит Гримз троллем, дает сеточки, но там таймволк. Хорошие шарды, плейхард жестко играет. Стрела залетела, впитался мейч. Бывает. Ну вот здесь принять какую-то драку нет. Теряли уже Чена, Primal Roar. Вот быстро-быстро забрать. И. Ну там СМХ. Там хроносфера на развороте под вакуум. Бьет Йопаш, таймболком прыгает. Таймблок срабатывает на всех. Дэмэджа много. Йопаш еще остается в живых. Нет, все-таки добирают его, но в размен на троих. Аббат делает телепорт. И уходит. 4.22. Мы миновали, да, эти опасные цифры.
Да, мы были очень близки к ним. Мы их миновали, кажется. Я вообще боялся, что Signal Ultra сдадутся, если сейчас троих потеряют. Да, для начала лиги это было бы не самое лучшее начало. Вопросы бы сразу тогда все начались, да? Да, да, да. Пронесло, друзья, смотрим дальше. А смотреть есть на что? Ну, вроде как интрига заканчивается в первой карте, как минимум, да? Потому что, к сожалению, с каждым следующим файтом все тяжелее и тяжелее Signal Ultra принимает драку. И все непонятнее, что делать со скемом. С кем Берлу бегает и где-то под тир 2 уже просто смотрит на соперника, там выискивает кого-то, слоу граунда пытается просто увидеть издалека. А те держат максимальную дистанцию от него, потому что опасно. Опасно сближаться с этим товарищем, может напрыгнуть и убить. Все, встали на хайграунд, ждем. Кираса у Свена. С Джин Яшем, мон, такая ним появится. Да, 19 уровень уже. Будет ли интересно ждать Неона сами Рошана? Там не так долго остается до его появления. Чтобы уже с Аегисом и сыром, кстати говоря. Попробовать эту игру закончить в свою пользу. Мом, ой, прошу прощения, Манки Кинг Бар добирает себе Мирана. Ну, если хотят прям совсем надежно сыграть, то тогда надо ждать. Но пока, если честно, не складывается ощущение, что эта команда хочет играть надежно. Она хочет драться нон-стоп, убивать, гудлайки себе зарабатывать на свенах. Свен с гудлайком. Когда ты последний раз такое видел? Не возбраняется. Не, ну слушай, свены не так часто появляются. Вот, поэтому и спрашиваю. В 17-м году где-нибудь. Сноубол, плейхард, защититесь, защититесь, плейхард. Как-то не смог, я не получил. Ой, вакуум хороший, под волов реплика. Дальше вот сноубол пошел. Ну и Свен просто будет лупить. В линейку, конечно, соперник не встал, но можно добежать. Скорость перемещения довольно приличная. Минус 3 уже сделано. Плейхард живет, на себя Гримза завлекает. Гримз погибает, 1 в 4. Отдали Войда, забрали большую часть команды соперника. 5-26 уже. Счет еще более разгромный. Ну вот можно в такой ситуации и без Рошана, конечно. Доступ открыт. Соперников нет, защитников нет. Глиф есть разве что. Эго не облетит уже, кстати говоря, к схему. Уже есть Кираса. Интересный такой билд. Очень много брони у Свена получается. Очень много здоровья у Свена получается. Слушай, ну давай так. Магии там только Старшторм. Все остальное есть уж и есть. Хоть и минимальные какие-то капельки урона, только это все физика. Покупаем Кирасу на команду, да. И все. И мы защищены максимально. Забрали центр. Воскрешаются игроки Signal Ultra. А соперник уже и след простыл. Хоть все, тут Эрик, конечно, прыгает с таймволк. Дерзкий. А тут, если что, не он готов будет развернуться. Нам хроносфера есть, между прочим. О, сейчас, кажется, будет еще одна битва. Signal Ultra, берегитесь, отступайте назад на базу под фонтан, прятаться, сдаваться. Какие еще варианты? Или вперед. Мунлайт Шадоу прожарил, слушай. Смог. О, вот это сейчас будет разворот. Это будет поворот. Там варды центрики. Просветка Джинель, кажется, понял. Ага, стрелу впитал. Ну, я паш твой выход. Хорошо. Ну, пойдет. Ну, ладно, нормально. Могло быть и лучше, конечно, нормально. Прыгнули, вакуум. Продолжаем драку. Закрыли Мирану быстро. Это был керри. Шарды перекрывает проход двум саппортом. И Свен говорит, идите сюда просто. Сейчас, да, под гардкливом сразу ГГ написано. 1-0, друзья, в пользу коллектива Неон. Да, хорошая, бодрая такая каточка утренняя, позитивная максимально. Ну, естественно, для команды не он, для Signal Ultra, я думаю, мало тут позитива было. Самое то для открытия, я думаю. Было весело, было любопытно посмотреть на такие драфты. Не он достаточно предсказуемо побеждают на первой карте. Ну и на второй, на самом деле, ожидаю примерно такого же. Будем смотреть, как оно будет на самом деле. Вот она статистика. Свен без смертей, Таск без смертей. Ну и Паш вместе... С Виномансером нафидели немного. Ну, тут, конечно, да, Джинуэль 4 смерти дал, но он суппорт был, Виномансер, что там. Его поубивали, он только и рад был. Но, к сожалению, вот как-то Signal Ultra и не справились. У них была интересная идея. Возможно, там, ну, по драфту можно было чуть лучше на ласт пик придумать. Но в целом, вот когда они собрались вместе, было похоже, что, выиграв одну драку, они прям на хайграунд поднимутся. Какая-то минута 12-13 была там. Они когда впятером прошли, все эти родин вышки забрали. Но вот чуть не хватило, чутка прям. Ну, одна драка снизу, где хроносфера по троим, и все. И на этом вся стратегия была уничтожена. Вот интересно, неоны что-то ли еще подготовят или нет? Я знаю, что-то они там с Алхимиком последние матчи свои играли. То есть у них, в принципе, пул героев достаточно большой.
Я думаю, что Void Meat это прям вот не единственное, что они подготовили на этот турнир, на первой карте выдали. Поэтому, друзья, давайте не будем загадывать, мы просто дождемся карты под номером 2, вернемся в прямой эфир и там уже обсудим игры.